Еще о здоровом образе жизни. 2 июня в России отмечается День здорового питания. Согласно данным Института питания, в России избыточный вес есть у 60% женщин и половины мужчин старше 30 лет. А лишние килограммы являются спусковым фактором риска возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и сахарного диабета. Специалисты напоминают о том, что ежедневное питание требует внимания и, главное, осознанности. Всем знакома фраза «Мы то, что мы едим». Журналисты нашего телеканала вышли на улицы Твери и спросили у горожан об их гастрономических предпочтениях и придерживаются ли они здорового питания, и от каких продуктов отказаться не могут. Очень люблю сладкое, не могу от него отказаться. Мясное, овощи, да, как-то вот это вот дело сопоставить, и, в принципе, будет хорошо. Салаты, там, овощи. От сладкого отказаться не могу все-таки, потому что, ну, это смысл жизни, иногда надо себя побаловать. С возраста начинаешь есть больше, там, не знаю, овощей, круп, отходишь от всех этих вредных привычек, потому что так действительно чувствуешь себя лучше. На выходных, когда встречаемся с друзьями, можно себе и позволить поесть что-нибудь такое вредное. Диетологи рекомендуют добавить в рацион побольше овощей и фруктов, блюд, приготовленных на пару, пить больше воды и при этом меньше употреблять сладкого, жирного, мучного, в меру солить и перчить содержимое тарелки.